Здравствуйте, дорогие друзья! С вами травница Ирина Верясова. Мы встретили буквицу лекарственную. Вот она. Такие у нее листочки. Довольно-таки высокая травка. Она сейчас только-только начинает зацветать в бутончиках. Вот вы можете посмотреть. Вот здесь вот встретилось нам два растения. Вот она какая. Вообще это хорошее успокаивающее средство. У нее много показаний. Она как бы гармонизирует человека, душу человека. Вообще вот почему-то замечено такое ее свойство. Это кроме такого мягкого успокаивающего свойства ее, можно отметить вот это. Вот собирается она, если мы собираем ее, то мы собираем где-то вот сантиметров. Так, видно? Вот если мы траву собираем, либо листочки отдельно рвем, либо вот в самой верхушке все это режется со стеблем, с листьями. Если листья мы собираем, то мы собираем отдельно. Еще у нее копают корни. Тоже корни используются иногда. Вот такое вот растение буквица. Если встречу прям цветущую в полную силу, буквицу, то обязательно сниму тоже о ней ролик. Все, дорогие друзья, если мы вам полезны, если наши ролики интересны, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Лечебные травы. Круг здоровья». Так, и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все, я должна ответить на звонок.